Йей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пикачу, Рекер. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет! Всем. Сегодня будем проходить сюжетку на этой карте, классной карте, потому что вышло две версии этой карты. Мы будем играть версия B2 с первой ночи. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Давайте включим камеру на Фокси и будем его чекать, что же он будет делать. Так, подождите, я могу выходить здесь? Ага, да, выходится. Потому что есть такие там режимы, где нельзя выходить дальше этого. Тут, не знаю, невидимая стена какая-то получается. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И стараемся играть что-то очень интересное. Так, 12 часов ночи. Подойдешь до Фокси или сышь? Я знаю, все умирает, когда к нему подходят. На тебе. Ну, видишь. Ну, по сюжетке даже... Вот это и обновление, получается, карты, и никто ничего не ходит. 2 часа ночи, ну... Кто? Никто? Никого. Балунбой, мы тут. Алло. Так, пацаны, хорошо. Мы поняли обнову игры, это очень прикольно было. Давайте мы включим нам... Я уже все кнопки жму, ничего не работает. Так, стоять. Обнуляем. Нет, сработало, пацаны. Готовьтесь. Следите за Фокси. Че, на 6-й ночи никого нету? Звук затих. Странная карта. Версия B2. Не работает нифига. Пришло! Работает! Ура, ребята! Я уже запереживал. Я обычно перед записью и вообще, так, ну, стараюсь что-то проверить. А тут я доверяю все-таки разработчикам, что они молодцы. Молодцы. Давайте стул удалим вообще. Да будет сейчас нам мешать здесь. Не открывай, не открывай, не открывай. Ждем. Открываю. Свет выключаю. Отлично, пацаны. Хорошая команда. Все слажено. Так, там Чика стоит. Стоит, да. Ой. Никого, никого. Подождите. Мне показалось, там за углом кто-то стоит. Так. Идет? Не идет. Фокси там бежит. Фокси стоит, но руку не поднял еще. А, вот та камера, которая статично смотрит. Ну да. Может, Фокси не будет нападать в 6-й ночи? Хотя должен. О, Фредька, привет. Опа, смотрите, он там стоит уже. Открываем. Все четенько. Энергии у нас сколько? Полная батарея, 1 час ночи. Так, должно быть пол батареи в 3 часа ночи. По-любому затащим. Так, 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 все хорошо, хорошечно. Смотрите, кто сзади стоит, выходите. Или он так не убивает, я уже не помню. Ушел. Я не понимаю, должен был нас убить или нет? Странно, странно. Проходим дальше. Пацаны, свет не надо внизу включать, это ни к чему. Тратим энергию только зря. О, Пикачу умер, красавчик. Так, не, Фокси рука еще внизу. Я переживаю. Блин, ты стрельнул, я дернулся. Жесть. Я забыл, что еще у нас тут пистолеты есть. Ну че? Кто? О, фух, я испугался. Он, как обычно, рано ссал в углу, да? Бонька стоит. Улыбается. Ждем, ждем. Внимательно слушаем и ждем. 2 часа ночи, отлично. Следим за Фокси. Фокси стоит. Оп. Так, я вижу, там кто-то шатается. Это Фредди стоит. Смогу пройти? Смогу, не смогу. Давайте попробуем. Рискнем. Нет, риск не оправдан. Я умер. Так, нам сюда.
Отлично. Так, если я умер, будет продолжаться ночь или нет? Да, будет, потому что пришел фиолетовый челепиздрик. Заходи, заходи. Смотрим на Фокси. Откуда? Ты закрыл, молодец. Стрёмно, стрёмно получается. Пикачу умер. Да что ты такой? Не бережешь себя совсем. 2 часа. Да, длинные ночи здесь, очень длинные. В оригинальной сюжетке быстрее. Фредди стоит до сих пор. Фокси стоит. Давайте откроем дверь, что она закрыта у нас-то. Сколько у нас энергии? Вообще не потратилось еще, вообще красота. Так, пацаны. Все, отлично, ждем. На. Странно, он левитирует, давайте его удалим. Никто не нападает, красота. Работа идет, бабки капают. Все отлично у нас. А кто там сидит? Давайте посмотрим. Ой. Я захожу, да. Как-то там стремновато немножко с ними. Пикачу умер. А, вас тут уже двое. Трое даже. Да, прикольный, кстати, режим. Четверо. Ребята, они все жили и идут к нам. Ах ты, блин, подстрачника мне вписала. Хорошо, я тебя запомнил в лицо. Так, свет не надо включать, пацаны только зря это делают. Открываем коллитейшн. Никогошеньки. Ну и они все там. И они хотят... Может, они одновременно все придут и замочат нас? Слушаем. Просто слушаем звук прихода. Так, у меня время не идет. Может, все уже, конец? Мы проиграли? Не, ну они не подарок, вообще все встали бы на сцене. На, Рекер умирает. Пикачу умирает. А чего вы умираете? Проверяйте, бьют они или нет. Да, лупашат хорошо. Все замерли. Алло, мы тут, пацаны, нападайте. Непонятно, как режим работает. Мы тогда играли, всегда сюжетка продолжалась. Здесь сейчас непонятно, остановилась она или идет. А нет, 4 часа, ребята. 4 часа, все получается у нас. Время продолжается. Как-то не сразу оно работает, я не понимаю иной раз. Всегда по-разному, или может зависимо от карты. Так, ну я думаю, что нам по-любому эту ночь надо пройти. Фредди пришел! Прощай. Неожиданно это было, очень неожиданно. Он там стоит, да, еще? Когда он идет, постреляй в окно. Опа. Так, так, так. Он прям камеру загородил нам. Ах ты подлец. Никогошеньки. Смотри, головешкой своей смотрит на нас. Мы сейчас камеру переключим. Так, это с этой стороны. Ой, сам себя дверью убил, ну ты молодец. Классный игрок, мне нравится. Так, как эти камеры работают? Ого! Это Фокси был? По-любому, это он так стучит только. Чего у меня камеры не работают, а у тебя работают? Что за баги? Так, что остался у нас час, и мы пройдем. Красота. Так. Пацаны, мы даже дверь не будем открывать, все. Ровно этот час у нас двери будут закрыты. Я боюсь, давайте пройдем. Но мы проживем. Пацаны, дверь не открывай. Не надо, не надо. Нам хватит энергии. Они сейчас могут с двух сторон одновременно прийти. Я говорю, это хитрые аниматроники. Они могут нас обмануть. В принципе, они так всегда и делают.
Так, все четенько. О, стоит, стоит, смотрит. А мы дверь открывать не будем. Страшновато. Никого. Никого. Ребята, мы прошли. Притом это была вроде шестая ночь. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.